В Тольяттинском государственном университете прошло общественное обсуждение поправок к статье федерального закона о воинской обязанности и военной службе. С инициативой внесения изменений в данный закон выступил первый заместитель председателя Комитета по промышленности Государственной Думы, первый заместитель председателя Всероссийской общественной организации «Союз марш России» Владимир Гутенев. Поправки предполагают, что получить отсрочку смогут молодые люди, которые имеют диплом с отличием или диплом об окончании образовательного учреждения высшего профессионального образования на условиях целевого приема в рамках заключенного договора с рядом организаций. В общественном обсуждении законодательной инициативы приняли участие депутаты городской и областной думы, представители Тольяттинского отделения Министерства образования и науки Самарской области, молодежного парламента Тольятти, представители промышленных предприятий. Экономическую экспертизу законопроекта провел директор Института финансов, экономики и управления Максим Искосков. Директор Института права ТГУ Дмитрий Липинский представил юридическую экспертизу. По итогам мероприятия была подготовлена коллективная резолюция с перечнем изменений к новому законопроекту поправок статьи федерального закона о воинской обязанности и военной службе, который предложили участники круглого стола. Все принявшие участие в общественном обсуждении были единодушны. Законопроект является нужным и как никогда актуальным.